Здравствуйте, вы смотрите канал Максимадзе, и сегодня я вам расскажу полный сюжет игры GTA 4 The Ballad of Gay Tony, ну или Баллада о Гей Тони по-русски. Прохождение обычной GTA 4 и этого дополнения Баллада о Гей Тони, также и второго дополнения The Lost and Damned, есть на моем канале, но я бы хотел это прохождение перезаписать, потому что озвучил я там все по-говеному. Как-нибудь мы это сделаем. Насколько я знаю, на данный момент никто, по крайней мере в России, не снимал видео про сюжета про это дополнение, так что, возможно, мы с вами будем первые. Ну, а если же нет, то пишите обязательно в комментариях, кто был первым. Итак, что вообще, кратко, что это за дополнение? Оригинальная GTA 4 вышла в 2008, состояла из около 90 миссий, что-то в ней было сюжетных. И в 2009 году, на следующий год, вышло два дополнения. Первое называется «Пропащие обреченные» The Lost and Damned и The Ballad of Gay Tony. В каждом из этих дополнений были другие главные герои, но сюжет крутился в том же самом времени, что и оригинальный GTA 4. Там даже были совместные миссии. Ну и, собственно говоря, «Пропащий обреченный» состояла всего лишь из 22 миссий, а The Ballad of Gay Tony из 26 сюжетных миссий. Поэтому это видео будет довольно-таки недолгим. Видео про сюжет The Lost and Damned я тоже как-нибудь сделаю. Ожидайте. Ну что ж, хватит болтать. Поехали! Главного героя игры зовут Луис Фернандо Лопес. Он является телохранителем и лучшим другом Энтони Принца, который также известен как Гей Тони. Он владеет двумя ночными клубами – Геркулес и Мейзонет 9. Тони был по уши в долгах, и он отправил Луиса в банк взять денег в кредит. Однако в него врываются Никобелик и его друзья с целью ограбить банк. Луис оказался одним из заложников. Несмотря на то, что Луис был отличным бойцом, он не предпочел никаких действий, а вот заложник, который находился рядом, Юджин Риппер, решил попробовать разобраться с бандитами. Он убивает одного из бандитов, но получает пулю взаимно. Так и не взяв кредит, Луис возвращается к Тони. Во время разговора в квартиру Тони заходят его два кредитора, это Рокко Пелоси и его дядя Винченцо. Они были не такие уж и простые люди, они были головорезами довольно-таки сильной банды Анчелотти. Познакомившись с Луисом, они забирают деньги, которые лежали на полке, и уходят. Но это был далеко не весь долг. Поэтому пока долг весь не будет возвращен, Рокко решает, что Луис и Тони будут пока работать на него. Рокко выдает несколько заданий. Первое – это с помощью игры в гольф допросить члена представителя профсоюза, взорвать строительный кран и поезд. К сожалению, Рокко это был не единственный кредитор Тони. Кроме него был еще любитель спорта и крутых мышц Мори Кибуц. Луис помогает, во-первых, устранить его врагов, погонять с ветерком на спортивных тачках, ну и в конце концов Мори предлагает погасить долг, если Луис победит его в гонке. Сначала на парашютах, потом на катерах и на автомобилях. Конечно же, Луис несомненно выигрывает, и в итоге долг над Мори Кибуцем погашен. Помимо этого, Луис также помогает погасить долг своей матери над неким мистером Санто. Для этого Луис должен принять участие в кулачном бою и нарочно проиграть последнему участнику. Если Луис сделает именно так, то долг над мистером Санто будет погашен. Ну а если же Луис одержит победу, то он будет вынужден убить Санто. Ну и в итоге долг все равно будет погашен. После этого Луис также участвует и в наркоразборках со своими двумя близкими друзьями, Энрике Бардас и Армандо Торресом. Они пытались совершить наркосделку, но появились полицейские и целый наряд спецназа. Им пришлось с ними бороться.
Ну и также им всем троим приходится сражаться против членов другой банды. В клубе Maisonet 9 также Луис знакомится с влиятельным миллиардером по имени Юсуф Амир, который предлагает ему работу. Он угоняет для Юсуфа вертолет, а также взрывает яхту. Разбирается также с его двумя приятелями, которые пытались предать Юсуфа, вступив в союз с полицией. Похищает для Юсуфа бронетранспортер и, наконец, отцепляет и крадет первый вагон одного поезда. Также Луис и Тони решают проучить одного блогера с ником Звездун, который писал про клуб Maisonet 9 и Тони кучу лжи и вранья, который говорит о том, что Луис и Тони якобы имеют половые отношения между собой. Они за это решают напугать Звездуна прыжком с вертолета. От такого прыжка Звездун в буквальном смысле наложил в штаны и извинился перед Тони и пообещал, что больше не будет ничего такого выпускать. Тем временем Рокко и Винченцо вновь дают о себе знать. Луис и Тони вновь получают от них задание. Перед тем, как покинуть клуб, Луис и Тони знакомятся с одним из лидеров русской мафии Раем Булгариным и его охранником Тимуром. Да-да, это тот самый Рэй Булгарин, который появлялся в оригинальной GTA 4 и который охотился за Ника Беликом. Булгарин говорит, что оценивает Луиса за его способности и говорит, что, возможно, предложит ему в будущем работу. Рокко и Винченцо хотели добраться до хозяина клуба под названием Магама Мамас. Для этого Луис с помощью танца соблазняет его возлюбленную по имени Моник. Хозяин клуба застает в одной комнате Моник, делающий Луису минет. Разозленный молодой человек задушил ее и был убит Луисом, как и приказывал Рокко. В следующий раз Луис приходит к Тони в квартиру, а там была целая вечеринка, на которой была Грейси Анчелотти, дочь главы банды Анчелотти по имени Джованни, Рокко Пелоси, парень ее Тони Эван Мосс и некая Шерон Мортон. Тони где-то умудрился раздобыть 2 миллиона долларов, и они вместе с Луисом и Эваном едут на покупку бриллиантов. Сделка вроде бы начинает проходить гладко, однако ее срывают пропащие во главе с Джонни Клебицем. Луис и Тони едут в одну сторону, отстреливаясь от пропащих и полиции, а Эван ехал в другую. У него были бриллианты, и он собирался отвезти их в клуб, но пропащий Джонни Клебиц настиг их и был убит, а бриллианты были захвачены пропащими. И в итоге сделка закончилась провалом. Между тем Луису звонит Рэй Булгарин, тот самый, с которым Луис познакомился в клубе Maisonet 9. Он предлагает ему работу за щедрую плату. Булгарин, Тимур и Луис решают провести несколько дел. Сначала они все вместе едут в подземную парковку и устраивают там ловушку для продажных спецназовцев. Затем Луис вместе с Тимуром отправляются убивать некого Марки Эшвили за то, что тот отказывался продавать Рэю свою хоккейную команду. Затем выясняется, что бриллианты, которые Луис и Тони собирались купить, принадлежали самому Булгарину. И Булгарин узнает об этом и решает, что Луис и Тони решили ограбить его. Булгарин посылает Луиса якобы защитить Тимура, пока тот будет совершать сделку. На крыше здания Луис находит коробку, в которой находилась голова того самого повара, у которого Луис и Тони покупали бриллианты. Булгарин по телефону говорит Луису о том, что сделает все возможное, чтобы стереть его и Тони с лица земли, после чего люди Рэя открывают по Луису огонь. Было все, и снайперы, и вертолеты, и автомобили, но тем не менее Луису удается выбраться с крыши живым и сообщить Тони о том, что появилась новая проблема. Тем временем Тони узнает о том, что в музее Liberty City Libertonion состоится сделка, где лидер пропащих Джонни Клебиц и Ника Белик будут продавать украденные бриллианты некому Исаку Роту.
Луис проникает в музей и срывает там сделку. Ударяет Исака по лицу и забирает бриллианты. Между тем появляется еще одна проблема. Грейси Анчелотти, дочь главы мафии Анчелотти Джованни, была похищена Ника Беликом и Патриком Макрили. Джованни приказывает Тони и Луису во что бы то ни стало спасти ее, в противном случае их ждет суровая кара. Они назначают с похитителями обмен бриллианты на Грейси. Как только они забирают Грейси, на место сделки приезжает Рэй Булгарин и целый отряд русских. Всем троим, к счастью, удается от них оторваться и высадиться на пирсе. Однако Грейси была ими недовольна, поскольку они не стали убивать похитителей. Несмотря на спасение, Джованни Анчелотти все равно не оставил желания грохнуть Луиса и Тони, поскольку Рэй Булгарин лично посетил его и сказал, что ему нужны головы тех, кто занимался бриллиантами. Луису звонит Рокко и сообщает о том, что он должен встретиться с ним и дядей Винченцо в общественных туалетах в Миддл-парке. Рокко рассказывает Луису о намерениях Джованни Анчелотти, но говорит о том, что можно договориться. Луис может остаться жив, если убьет Тони никто иной, как он сам. Луис уже направил пистолет на лучшего друга, но в последний момент передумывает и убивает вместо этого Винченцо. Рокко уходит, и в клуб врывается целая армия людей Булгарина. Ну, разумеется, так же, как и во все предыдущие разы, Луису удается победить их всех и вырваться. Наконец, Луис и Тони решают расквитаться с Булгарином, потому что это был единственный выход избавиться от проблем. Они едут в парк аттракционов, где русские занимались наркотиками. Луис убивает их там всех, но, к сожалению, не находит там Булгарина, находит только Тимура, который сообщает Луису о том, что Булгарин собирается покинуть страну, а также о том, что Луису скоро придет конец. Луис убивает Тимура и отправляется в аэропорт. Он догоняет и запрыгивает в самолет Булгарина, убивает там русских и самого Булгарина. Луису удается выбраться из взрывающегося самолета на парашюте и приходит в парк. Там он встречается с Тони и Юсуфом. Они обсуждают о том, что больше ничего им не угрожает и что можно спокойно залечь на дно. I used to play around here when I was a kid, dreaming of the world, wondering what it was like at that place over there, or that little island over there. You ever go that deep? Nah, went to Algonquin instead, waiting for the world to come to me. You did it, man. You did it. You saved my life. You saved the business. You fucking did it. Hey, I did what I could, man. I'm proud of you, man. Thank you. But I don't want you to get a big head. I don't want you to go change. Become a megastar. Go to Vinewood. Write a blog. Oh. You're a pill-popping old queen, man. I'm a murdering maniac. But you survive, man. You survive. You're more than survive. We prosper. We took on this town and we won. We took on this place and we gave it the fucking finger. Fuck you all! I don't care what people say. Tony Prince and Luis Lopez could not be stopped. Huh? Oh, jeez. Who's this? What's up, my niggas? Oh, did you say that? Yeah, hey, man. You fucking made it. Man, that was some serious gangster shit. Shoot, shoot, shoot him up. I said shoot, shoot, shoot him up. Yo, T, give me a hug, give me a hug. Not too close, man. I
following the wrong impression. Ah, Luis, I love you, man. Love you! I love you too. I love everyone! Come on, let's get out. Oh, by the way, I think my father gave me a franchise in clubs. I know, franchise is not the way to go. The club is all about the people. Fuck the people! Fuck them all! We've had your dick and piss all over them. You're gonna go a long way in hospitality, my friend. И на этом заканчивается сюжет игры GTA 4 «Баллада о гее Тони». Дальнейшая судьба Луиса Лопеса, к сожалению, неизвестна. А вот что касается Тони, он появляется в будущем в онлайне игры GTA 5. Там он будет помогать игроку с ночными клубами. А что касается Рокко Пелоси, он появляется в сюжетном режиме GTA Online. И там создавал помеху кинопродюсеру Соломону Ричардсу. Майкл сначала его избивает, а в следующий раз и вовсе убивает, когда тот побил Соломона. Ну и на сегодня все. С вас лайкосы, подписозы, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь также на мой стримский канал, чтобы не пропускать прямые эфиры, и вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока!